Привет, с вами Руслан, вы на канале Паф, и сегодня мы продолжаем играть в Project Zomboid. Короче, в прошлой серии я посмотрел, людям понравилось, как бы достаточное количество людей его смотрело, как бы лайки были, комментарии были, и вам понравился Project Zomboid, поэтому я решил все-таки, что мы его проходим. Та часть мы закончили, это как была такая ознакомительная для нас, для всех, что там добавили, что не добавили. Короче, суть в том, что мы начинаем новый мир с новым персонажем. Его зовут Руслан Паф, все тот же самый персонаж, но если он умирает, мы не будем загружаться и делать новый мир. Мы, собственно, будем создавать такого же персонажа или нового. Поэтому, собственно, вот мы начинаем теперь с самого начала. Начинаем с самого начала, все мы умеем, все мы знаем. Так, но первым делом, что вам известно? Ничего, я была на телефоне и говорил со своей дочкой, затем связь прервалась. Она упомянула о какой-либо инфекции, Мария. Дети ушли с уроков из-за болезни, ничто не предвещало плохого развития событий. А теперь мы не можем говорить. Так, сейчас громко сделаем поменьше просто. Поговаривали, что там началась паника и беспорядки. Так и было, у них была лихорадка. Это история. Как вы себя чувствуете, Марсия? Вы напуганы? Напугана? Я не напугана, я в бешенстве. Что эти ребята о себе возомнили? Это армия США, мэм. И вновь мы в эфире. Включать не надо. Все, так я чувствую себя в безопасности. Все, вот мы начали, собственно. Давай включим свет. Как-то с ним поинтереснее. Да? Так, первым делом, так, дверь закрыть. Отпереть. Нет, запер дверь. Хорош. Это наш дом, да? Вот мы начинаем игру, как бы вот мы опять здесь. Тут Атама. Смотрим. Что у нас есть? Консервы сразу все забираем. Если он курильщик, почему у него сразу изначально нет сигарет? Ну, как бы это же было бы логично, да? То есть ты играешь за курильщика, и у тебя появляются сигареты. Странно, но нет. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного, логика пока мне непонятна. А, у нас тут есть консервные сардины. Молоток, смотри, бита, сразу же мы ее в дополнительную руку... Так, подожди. Взять в дополнительную руку, назначить, смотри, спина, во. На спине бита будет просто великолепно. Как можно меньше сражаемся с зомби пока что. Пока у нас нет хотя бы какой-то минимальной брони, я думаю. Или зомби будем убивать только со спины. Потому что нам нужно очень аккуратно двигаться. Очень аккуратно двигаться и все делать. Сейчас будем ходить, вот смотрите, у нас тут есть 6 домов. Вот этих 6 домов мы будем аккуратненько просматривать. Игла, крышка от банки мне пока не нужна. Тесак для мяса, вот это хорошая штука. Тесак для мяса возьмем. Это у нас еще будет одно оружие. 3 оружия не такие плохие. Так, есть тесак для мяса, смотри, хорошо. Противень, можем что-то приготовить, смотри. Оранжевая тарелка. Духовка. Так, противень, ничего тут нет у тебя. У тебя что-то вообще все пусто. Холодос, смолец, лайм, свежий. Давай съедим, чё, почему слайм не съесть, раз он свеженький, хороший, я думаю. Я не помню, здесь как бы ты жиреешь, как бы худеешь, там, от правильных продуктов, там, не знаю, что-то такое. Несчастье, плюс 30, нет, там это не нужно. Курица, смотри, несчастье. Голод, минус 40, лучше употреблять горячим. Фарш, сосиска, лучше употреблять... Пока ничего не будем употреблять. Хотя давай сейчас прям сходу опять, как обычно, мы по классике с тобой сделаем. Поджарим курицу, почему нет? Поджарим курицу, правильно? Так, курица. Вот сюда. Ага. Смотри, а тут включим просто. Настройки, блядь. Шкала Цельсия. Вот, Цельсия. Смотри, 250 давай. 250. Знал бы я, сколько минут оно будет готовиться, тогда бы я бы, да. Степень заморозки. Сначала он размораживает ее, да? Давай ему, смотри, чтобы на разморозку. На разморозку лучше не ставить на максимум, поэтому... Потому что она может... Ну, как неправильно приготовиться. Давай, смотри. Степень заморозки. Ну, она вот готовится, смотри. Потихоньку будет готовиться. Пошли. Пошли, пока посмотрим, что у нас в шкафу. Так, в шкафу пока ничего. Телевизор. Давай посмотрим телевизор, наверное. Так. Закрыть штору. Отпереть дверь. Не, пока ничего отпирать не надо. Батарейка может пригодиться, кстати. Батарейку берем. Определенно может пригодиться. Батарейки точно надо брать. Так, здесь у нас что? Здесь у нас что есть? Так, здесь у тебя антидепрессанты, бинт, мыло. Смотри, какое начало великолепное. Антидепрессанты, бинт,
Мыло, это можно мыться. Правильно? Правильно. Там потому что придется нам скоро такая жесть начнется. Я просто представляю, что это будет. Так, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что по мясу. А, готовится, смотри. Оно только готовится. Че, давай подождем чуть-чуть. Ждем же, да? Ну, долго готовится. Не знаю, я просто хочу посмотреть телевизор еще, посмотреть, что у нас там. Давай посмотрим, где-то спальня же должна быть. Так, в спальне выключен свет. Так, штору. Штору разбить окно не надо, закрыть штору. Хорошо, что у нас тут в шкафу? В шкафу ничего. Что за звук? Сейчас приготовится. Все, взять. Вообще бесполезная вот эта штука. Я не знаю, может она хоть плюс так с учетом. Несчастье минус 2, голод минус 46. Но она много дает, смотри. Давай полностью скушаем. Насытимся перед путешествием и там уже разберемся. Я думал, у меня кот орет где-то в другой квартире. Это было сейчас интересно. Так, давай вот это мы сейчас с тобой сделаем вот так. Пусть у нас всегда это будет. Так, проходим. Проходим и останавливаемся. Я думаю... Хорошо, смотри. Сейчас телек. А, звук включить. Бз, бз. А, устройство канал Турбо. Так, а есть другой канал? Турбо, смотри, нет никакой канала. Хорошо, тут здесь есть что? Переключиться. Звук выключи. А, нельзя, да так? Ну ладно. Включаем звук тогда. На одну штуку. Сыр чеддер, черный пудинг, яйцо и бекон. С любовью приготовлена многослойная пицца с хрустящей корочкой. Что ты скажешь на это, приятель? Это просто фантастика. Да-да-да, сейчас скажу. Я сказал. Доброе утро, в эфире Triple N. Зона отчуждения происшествия Нокс все еще функционирует. Официальные лица хранят молчание в части разговоров о вспышке болезни. Описываемый как несмертельный, с симптомами паники и подавленного состояния. Кирсти Кормик находится сейчас в Кентукки. А мы где находимся? Я уже забыл. Странные картины я вижу на юге Луисвилла. Дороги перекрыты армейскими автомобилями. Насколько я могу видеть, простираются барьеры и ограды, развернутые вокруг запретной зоны вглубь Кентукки. И что же находится внутри? Небольшие города Малдро и Вестпойнт. Их пригородные промышленные базы и учебные заведения. Я сейчас нахожусь в лагере вынужденных переселенцев, и они очень сердиты. Мы просто хотим вернуться домой, и все. Почему мы не можем поговорить с ними? Что самое плохое, что они могли сделать? Выключили телефонные линии. Они хотят, чтобы мы паниковали? Просто дайте мне поговорить с моим сыном. Представители высших военных чинов сказали нам ждать полных разъяснений сегодня вечером. Ну а это был Кирсти Комик для Triple N о событиях за границей происшествия Нокс. Спасибо тебе, Кристи. Кирсти. Прямо сейчас среди сердитых гроз в Вашингтоне и штормов республиканских протестов. Мы ожидаем слова президента сразу же после внеплановой встречи с экспертами из ЦПКЗ в Белом доме. Мы будем держать вас в курсе событий по мере их наступления. На Triple N. Короче, серия будет такая познавательная. Это история, все. И мы немножко хотя бы... Айла, не, музыка не надо. Смотри, WBLN News. Я делаю это заявление в 11 часов 14 июля 1993 года. Ходит множество слухов, преобладающее количество из которых ложь. Это призыв сохранять спокойствие. Я официально подтверждаю, заражение существует. Источник недуга пока что не опознан. Сам по себе недуг похож на простуду, он приводит к панике, к замешательству. Но нет никаких доказательств летального исхода в зоне отчуждения. Потому что, блядь, люди не умирают. Мы используем рассудительную и законную силу для сдерживания периметра. Были произведены предупредительные выстрелы. Ни один гражданский не пострадал.
Да, конечно, рассказывайте. Мы должны быть уверены, что эта инфекция не имеет возможности распространиться за пределы зоны. Я нахожусь в ежечасном контакте с президентом по этому поводу. А бесполетная зона продолжит свое существование в обозримом будущем. Мы пока не собираемся отвечать на вопросы. Потому что сами не знаем ответ. Генерал, почему мы не можем поговорить с ними? Он сказал никаких вопросов. Щелчок. А, весьма резкое завершение заявления, не правда ли, Ричард? Соглашусь с вами, очень много недосказали. Есть такое. Ни единого слова о проблеме со связью в Knox Telecom Communications. Ни слова о том, для чего нужна эта огромная логистическая операция. Вокруг полно разъяренных, напуганных людей. Они не могут вернуться домой, не могут даже связаться со своими родными. И причина угрозы до сих пор стоит под вопросом. Продолжайте искать информацию, Ричард. Не переживайте, я накопаю все, что смогу. Далее в новостях президент встретился с центром и контролем по профилактике заболеваний. Давайте посмотрим, думаю, такая серия будет. Мне нравится, не знаю, надеюсь, и вам тоже. Сразу после этого выпуска. Типа, знаете, история, что тут происходит. ВБЛН. Ваши новости, ваша станция. Вот, собственно, надеюсь, всем нам нравится. Так, хорошо, переключаемся на канал. Вы смотрите программу Краснодеревщик. Ваш универсальный домашний магазин для улучшения вашего обихода. Давайте начнем с основ. С того, что знают даже милые малые дети. Так, переключаемся, да? А вам нравятся полы? Мне нравятся полы. Мне похуй на полы. Берем доску и гвоздь. Не берем. Затем молоток. Да, и, блядь, мне молоток нужен для другого. Мило. Мило получилось, правда? Тук-тук. А знаете, что еще хорошо для практики? Табличка. Так, ладно, это понятно. Турбо. Так, что у нас по турбо? И потом Puffs TV. Так, турбо. Переключаемся. На канале Турбо ничего нет, да? На канале Турбо ничего нет. Смотри, идем теперь Puffs TV. Я доктор Пип Пиркинс, и я здесь для того, чтобы поговорить о контроле мочевого пузыря. Я помогаю семьям на протяжении 40 лет, и никогда не сталкивался со случаем, когда в тяжелых ситуациях помогал препарат Инкантилиф. Куда бы я ни пошел, хорошие друзья в один голос говорят: спасибо, доктор Пип Пиркинс. Так, хорошо, выключаем. Все, ничего интересного по сюжетке пока у нас нет. Пойдем. Собственно, вот такая вот история. Ввели зону отчуждения. Эту зону закрыли, как бы, грубо говоря, да? И там люди как бы не могут ни связаться с родными и ничего, собственно говоря, больше сделать. Ничего они не могут сделать, и никто им не помогает. Смотрите, что еще сейчас сделаем. Смотри, воды. Что у вас с водой? Бутылка по-любому должна быть. Сюда вначале есть бутылка. Так, давай наберем умыться. Давай умоемся. Примылись, умылись. Так, носки. Набрать воду. Бутылка воды. Сейчас перестернемся еще, чтобы как бы всю одежду постираем. У меня есть мыло. Ты же можешь постирать с мылом, правильно? Смотри. Мыло сейчас закинем в этот... так. Не знаю, зачем сейчас нам это, но давай. Взять в основную руку. Все, у меня мыло в основной руке. Пить. Нет. Стирать. Разбить. Снять штору. Нет, ладно, хорошо, мыло пока нам не надо. Крышка для банки. Снять. Мыло положим в рюкзак. Игла. Иголка может пригодиться. О, точно, иголка может пригодиться, чтобы зашивать швы. Крышка для банки не знаю, но оранжевая тарелка тоже не знаю. Короче, чтобы мы могли с вами зашивать раны какие-то, которые у нас по-любому будут раны. Так, все, мы выходим с этого дома. Снять штору. Забираем шторы. Шторы нам помогут в перевязке, если что. Так, собираем эти шторы. Оставляем наш дом и отправляемся, куда глаза глядят. Снять штору. Так, тихонько. Смотри, тут еще что-то есть. А, подожди, это вот это. Снимаем все шторы. И все, пойдем. Так, одолеем экранчик. И давай немножко осмотримся.
Нам особо много ничего не нужно, нам просто бы найти машину, да отправиться куда-нибудь. Сильно много я искать не буду. Так, на Ешку нажимаем, перепрыгиваем. Так, аккуратно. Давайте посмотрим, что у нас в доме там. Это что? А, это люстра. Так, смотрим, что тут. Ага, тут спокойно. Так, а можно открыть окно? Ага, окно закрыто. Боюсь, что сигнализация будет на доме. Так, парковка. Так, машин нет, хорошо. Ну, вернее, это плохо, мне нужны машины. Так, вставай. А ну. Тут тоже чисто. Будем двигаться очень аккуратно. Буду представлять, как будто... Есть еще одно окно тут. Нет, смотри. Есть окно. Перелезь. Ты что там... Закрыть окно. Скворчит кто-то, слышишь? Закрыть штору. Оп, хорошо, все, спокойствие. Сейчас проверим сначала дом. Берем биту. Проверим дом. Аккуратно. Еще одно окно, по-моему, вот это не проверил, да? Так, тихо. Закрыть штору. Это я бы так делал, если бы выживал. Я делаю то, что я бы делал. Я не говорю, что так нужно, так правильно, но я бы делал вот так. Собственно. Закрыть штору. Хорошо. Так, собственно, вот единственное место осталось вот тут. Ага, хорошо, все. Так, дверь закрыта. Давай еще вот это закроем, посмотрим. Короче, думаю, мы... Сейчас с вами аккуратненько что делаем, смотри. Бля, какой красавец, смотри, как ему все это идет, эта одежда, не знаю, мне так нравится. Короче, удочка. Удочка ловить рыбу. Если вдруг леска, удочка. А наживка? Крышка для банки. Пойдет как наживка? Удочку. Давай возьмем удочку, она же вообще не весит ничего, да? Вообще ничего не весит. Возьмем леска. То же самое. Возьмем удочку и леску. Так, нога чешется, ужас какой-то. Уже, наверное, минут 15. Я терпел, терпел. Крышка для банки. Не могу понять, для чего она мне может пригодиться. Ну, ладно, пойдем. Пойдем разберемся сейчас. А, что у нас по... Домашник, ВИЧС, первый день. Курс газосварки. Ластик. Ластик тоже нужен. Не знаю, зачем, пусть будет. Курс газосварки. Пойдет. Берем. И вот эту книжку тоже берем. Книжки нам нужны. Так, что ты хочешь? Легкий голод. Я понял. Хорошо. Хочешь покушать. Так, телевизор. Так, телевизор. Звук вот так. Вообще. Канал включаем. Вот это. Есть что-то новости какие-то? Играть? Перетащите VHS-кассету сюда или нажмите... А, у меня есть какая-то кассета, да? Есть какая-то кассета. Вот она. Домашний. Играть. С днем рождения тебя! А с днем рождения тебя. Happy birthday to you. Happy birthday to you. С днем рождения, дорогой Элайджа. А с днем рождения тебя. Смех ребенка. Элайджа, посмотри, что подарил тебе дядя Тони. Блин, насколько это восхитительная игра. Я просто... Коснись его лапки, малыш. Они не понимают. Давай я. Я медвежонок Тукс. Пошли за приключениями. Все умиляются. Бззт. Выключить. Понял, короче, здесь, да, жила семья. Да, вот так бывает. У нас никого нет. Слава богу, потому что если бы кто-то был, нам бы пришлось намного тяжелее. Мы бы не смогли уйти из дома. Сейчас мы приготовим что-нибудь покушать. Перегруза пока вроде нет, да? Вот, смотри. 9,6 из 15. 9,6 из 15. Думаю, вот этого мне было видно, да, в прошлый раз. Наверное, камеру, может, чуть-чуть свою вот я куда-нибудь вот в бок, наверное, сделаю, да? Как-нибудь, смотри. Ладно, уже поздно, наверное. Уже поздно думать. Уже поздно. Так, из еды, смотри, бананчик свежий, давай скушаем. И немножко легкий голод. Можно перекусить. Так, бананчик съел, смотри, дальше берем, персик кушаем. Упаковка сока, смотри, как хорошо. Пока все хорошо, пока кушаем, бьем. Проблемы начнутся, когда закончится в округе еда. Вряд ли бы кто-то оставлял в холодильнике сок. Хотя они же не знали, что трэш какой-то начнет происходить, правильно? Так, допустим. Кухонное полотенце. Кухонный нож, смотри, нож пригодится точно. Тесак у нас есть. Это нам особо не нужно. Так, давай с тобой пить. О, я
штору кто будет закрывать? Штору, короче, если зомбарь увидит через штору, все, трындец тебе будет. Набрать воду в бутылку. Набираем воду. Хорошо, все, смотри, все по плану. Пока идет кукурузный кукурузное полотенце. Смесь для подливки. О чем проходим, смотри, сквозь ящик? Ладно. Ладно, у кого не бывает. Котлета свежеприготовленная. Несчастье, плюс два. Тревога, что-то не так. Я знаю, что-то не так, ты очень хочешь курить. Есть полностью. Свежеприготовленная котлетка. Короче, суть в том, что, видимо, здесь прям совсем недавно люди свалили. У нас такая история, что это все только вот только-только началось. И он, я только не, сейчас понял, что он может, походу, есть на ходу. Давай посмотрим телек, может быть, там что-то есть. Пока просто ночь, насколько я понимаю, да? А как его включить? Настройка устройства. А, вот он, ёпт. Включаем, смотрим. На канале есть что? Давай, Triple N. Хорошо, Triple N. Бззз. Хорошо, на этом. Life and Living TV. Ладно, выключи. А, пошли. Я думаю, сейчас мы заскочим вот сюда, быстренько простернемся. У меня что-то опять все в крови, блядь, не могу понять. Умыться и стирать. Джинсы. Что у меня с джинсами? Так, умыться. Давай умоемся. В каждом доме будем умываться и стираться. Так, давай, смотри. Снять штору, забирай. Бать, ты снимаешь ее. Открыть окно. Ага, хорошо. Перелезть. Так, спокойно. Пока в округе никого нет. Парковка. Давайте сейчас пойдем на парковку. А, смотри, мы можем и так время перематывать. Прикол. Так, идем на парковку. Пока можно двигаться спокойно. Пока вроде я никого не вижу. Музычка такая прям кайф. Так, что у нас по карте здесь, да? По карте, на карте. Так, тут парковка, но она как-то обозначена. Вот, собственно. Но здесь очень много, наверное, кого-то есть. Смотри, есть машины. Главное, чтобы сигнализация не сработала. Значит, нам придется в попыхах убегать сейчас отсюда. Мы пока не голодны, да? Тревоги нет. Полный желудок. Пока тишина. Место очень хорошее. Место очень восхитительно по сравнению с прошлой серией. Я не бегу, потому что нам некуда пока спешить. Давай посмотрим. Разведать местность. Собирательство. Система поиска собирательства. Ничего не понял. Нет фокуса. Камни. Растолка. Чё это? Включить режим поиска. Не понял. Что за режим поиска? Ладно, срать. А, давай посмотрим. Давай посмотрим, что тут есть у тебя. Главное, сигналка, чтобы не сработала. Мне кажется, она сработает сейчас, сигналка, нет? А, так. Глушитель. Это у нас бензобак. Все вроде бы неплохо. Общее состояние так. А, вместимость 20. Вес. А, мощность двигателя. Бензобак. Состояние 47. Нет бензина. Ага. То есть даже если мы сейчас ее сможем открыть, завести. Сможешь открыть? Хорошо, шикардос, смотри. Скотч, ручка синяя. Карта. Так, это берем сразу. Карту берем и берем ручку. Ручка — это вообще класс. Мы сможем здесь теперь смотреть, что делать. Да, я уже вроде показывал, да? Может, откроешь карту? Спасибо. Синяя ручка. И очень клево. Тут все проработано. Вот такие мелочи. Я, ну, прям просто кайфую. Пока берем самое необходимое. Тут пока ничего нет. Все, смотри. Тихо. Выходим. Пойдем сходим, посмотрим, что в багажнике. Так, никого нет нигде. Смотрим, что в багажнике. В багажнике чисто пусто. Так, давай посмотрим, что с машиной. Грузовичок было бы неплохо, у него можно много чего положить. Смотри, тут есть бензин. Нет бензина. Угу. Понял. Бля, вот это, кстати, место. Интересное такое. Что там может находиться? Но пока не пойду туда. Мне пока... Я не хочу просто туда пока идти. Флоток. Возьмите в руку, чтобы заглушать кашель и чих. Нифига. Небольшая нагрузка. Да согласен, друг, небольшая леска. Так. Наверное, все же, наверное, надо что-то выбросить. Или давай мы с тобой перекусим. Есть, чипсы, давай полностью. Хорошо, покушал, перегруз пропал. Так, пойдем. Да, сейчас попробуем.
Бумажник. Нахуя мне бумажник? Что такое? Сонливость. Хорошо, сейчас пойдем поспим. Так, в этот мы здание не будем заходить. Журнал. Давай возьмем журнальчик еще. Я думаю, он весит там карандаш. Я карандаш не буду брать. Все, выходим. Выходим отсюда. Так, машины неудачные. Что делаем с вами? Пойдемте немножко пробежимся. Знаю, что ты устал. Мы с тобой пробежимся, пойдем до того дома, с которого мы сняли штору. Там вроде безопасно, переспим. Вообще сейчас утро, по идее, день, да? А ты хочешь спать, но это как бы не очень хорошо. Пошли. Давайте-то, может, в новый дом зайдем, хоть немножко что-то поделаем. До ночи надо как-то протянуть. Это что? Это что такое? Не понял, вы видите это? Это пугало? Вот стрёмная, пиздец. Так, давай посмотрим, что тут. Так, тишина, спокойствие. Здесь тоже. Так, аккуратненько. Так, хорошо. Открыть окно. Зараза, а? Сейчас посмотрим во все окна, которые есть. Блять, что это такое? Ну, это пугало, да. Тут спокойно, смотри, там штаник, если что, новый есть. Блять, нельзя, не могу зайти. Я знаю, что ты хочешь спать сейчас. Открыть окно. Есть, смотри, в спальне можно открыть. Берем биту, перелазим. Так, закрыть окно. Закрыть штору. Блять, как он закрывает, страшно. Так, сейчас аккуратненько делаем все. Хорошо, все пока в порядке. Дверь закрыта. Хорош. Хорош, смотри. Хорош, все тут закрыто. Сейчас шторы все позакрываем. Закрыть штору. И здесь позакрываем. Закрыть штору. Все, тишина, спокойствие. Никто нас не видит. Мы тоже никого не видим. Тут все закрыто? Тут все закрыто, смотри, там тоже. Давай мы сейчас с тобой, можно на дверь тоже штору повесить? Повесить простыню. Закрыть штору. Смотри, шикардос. Смотри, какой шикардос. Вот мы и, собственно, найдем. Ночлег нашли. Повесить простыню. Закрыть штору. Вообще шикарно, смотри. Никто не видит нас, никто ничего не знает, правильно? Отпери дверь, нет, дверь заперта, все. Здесь мы полностью в безопасности сейчас. Собственно. Так, ну давай посмотрим. Тут у нас ничего. А тут что? Подожди. А вот тут? Штаны, смотри. Ну, штаны, защита от царапин. Не, нет, не надо, спасибо. Спасибо, мне толстовка. Я не знаю просто сколько градусов, поэтому... Ну, давай, ладно. Взять. Не, стой. Надеть. С капюшоном. Блять, подожди. Надеть с капюшоном. Неплохо. Так, смотрим, тут кухонный нож есть у нас. Это все есть. Так. Сейчас пойдем еще телек посмотрим. Сковородка, гриль. Неплохо. Кухонное полотенце. Короче, нам еще... Я офигел, что тут салфетки, чтобы чихать. Возьмите в руку, чтобы заглушить кашель и чих. Вообще, это просто великолепно. Все, мы пока больше брать ничего не будем. Бутылка газировки. Вот это я бы выпил, кстати. И одну взял, наверное, про запас. Вода не всегда может у нас, как бы, да. Он может пить на ходу? Но это ж просто пиздец. Это же революция в этой игре. Напился, да? Я просто время немножко тяну, чтобы как можно позже было. Потому что сейчас... так. Газировку берем. Это даже не обсуждается. Так, взял, хорошо. Кухонная лепешка для тако. Так, у тебя что там? Легкий перекус. Сушеная жажда и несчастье. Нет, спасибо. Лепешка для тако. Ага. Ананас. О, смотри, свежие классные овощи. Давай покушаем, перекусим полностью. Опасно употреблять бекон, да я его так хавал. Свиная отбивная, халапеньо. Погнал. Халапеньо я тоже так ем. Нормальная штука. Плотный перекус. Ты с халапеньо съест, может быть, нам даст еще что-то. Нет? Так, хорошо. А можно еще что-то покушать? Ладно, не буду больше кушать. А вот, смотри. Есть полностью. Что-то там тоже лепешка для тако. Так, есть. Плотный перекус. Так, все, мы все позакрывали, все посмотрели. Давайте уже пойдем спать. Нет, не пойдем пока спать. Сейчас мы еще тут просмотрим. Книга. SD-проигрыватель Валутех. Ну, давай возьмем. Сейчас просто, может быть, включим, посмотрим, что там есть. Книга.
Несчастье. Книгу берем. Ага, хорошо, красава. Так, давай посмотрим. Вблизи есть источник питания. Звук, канал, смотри. Павс ТВ. Павс? Павс ТВ, бля, я так свой канал назвал. Тихо. Переключиться. Так, допустим. Павс ТВ. Время прогуляться в магический лес. Спонсором является Спифа. Привет, Спифа, как твоя маленькая подружка? Сесть на землю. Я могу? Сесть на диванчик там. А, подводное плавание. Такое удовольствие. Пузырик под водой. Пузырек, наверное. Рыбы, смотрите на меня, я плаваю. Я никогда не думал, что это может доставить моим друзьям столько удовольствия. Борис, не стоит наступать на этих оранжевых рыбок. О нет, время спать. Спокойной ночи, Борис. Турбо. Спокойной ночи, магический лес. Что за наркомания, не пойму. Хорошо. ЛАЛ. Добро пожаловать на программу выживания на открытой местности. Ух ты. Это может интересно. Меня зовут Дин, и я отправлюсь на зов природы. Дин Винчестер. В этой программе вы научитесь выживать вне дома. Так. Но прежде чем начать выживание, надо начать со снов. Давайте отправимся на рыбалку. Да, у меня есть удочка и леска. И я уверен, что у вас есть удочка. Откуда ты, блядь, знаешь? Но что насчет наживки? Вот наживки нет. Какую наживку использовать? Да, это, кстати, интересный вопрос. Потому что он знает меня. Ну, самая простая — это черви. Так что копайте и набирайте, сколько унесете. Также вы можете использовать в качестве наживки мелкую рыбешку или мелких насекомых. Находим реку, забрасываем удочку и ждем. И все, дело сделано. До следующей встречи. Спасибо. Хорошо, давай другой канал. Очень классно, я раньше не замечал, что здесь такие прикольные штуки есть. Людям нравится, когда они видят улыбку на вашем лице. Ripple N, кстати. Во время покупок лекарств. Ваше здоровье много для нас значит. Мы здесь, чтобы помочь. А мы здесь, чтобы оказать вам поддержку. Harm Hook, ваше здоровье. Ваш магазин. Судья Мэтт Хасс на Ripple N. Голос разума. Я встречался с генералом Джоном МакГрю много раз. Он отличный человек. Когда он говорит, что смертельных случаев от инфекции не зарегистрировано, он действительно имеет это в виду. А за свою карьеру он заработал столько медалей, что их блеск пересветит солнце. Он не лжет. Это предупредительная зона отчуждения, создана для нашей безопасности. Мне очень жаль людей, находящихся внутри зоны. Действительно жаль. Убегающих от лихорадки, чувствующих смятение, будучи в заперти. Но это все сугубо в национальных интересах. Лучше из зол. Я слышал, как многие люди спрашивают, почему нас держат в неведении, почему правительство не может просто заявить, вот в чем проблема. В этом затишье есть смелость. Они заняты, глядя на это, давайте будем называть это происшествие Нокс. У них нет времени оглядываться назад. Они полагаются на то, что мы будем сохранять спокойствие и веру. У меня есть вера, и если вы настоящий американец, то у вас она тоже должна быть. И это говорю вам я, судья Мэтт Хасс на Ripple N. Это был судья Мэтт Хасс, приятного вам вечера, вы на Ripple N. Пока мы были в эфире, поступило официальное заявление из Белого дома. Опа! Президент заявил, что он по понятным причинам огорчен в связи с происшествием Нокс. Мы переживаем настоящее бедствие. Ситуация в Кентукки неожиданна и печальна. Мои мысли сейчас находятся с друзьями и всеми те, кто находится внутри, бла-бла-бла. Люди были разлучены, эвакуированы. Я понимаю, как никто другой, все сложности, которые лежат перед нами.
Но я ничуть не сомневаюсь в том, что наши лучшие специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний найдут корень этой проблемы. Я ничуть не сомневаюсь в наших военнослужащих в том, что они выполнят свои поручения. И в том, что генерал МакГрю направит их с предусмотрительностью и преданностью. Которую он доказал многочисленное количество раз во время своей образцовой карьеры. Мы переживаем настоящее бедствие, Америка, но вы в надежных руках. Спасибо. Вещаем всю ночь свежайшие новости, как они к нам поступят. На трипл Н. Собственно, как-то так. Так, по VBLN News ничего нет, да? Хорошо, выключаем. Пойдем ложиться спать. Я думаю, серию на сегодня уже можно закончить. Закрываем дверь. Закрыть дверь нельзя, да? Качество сна хорошее. Вы хотите лечь спать? Да. Желательно до утра, или пока ты не выспишься. Давай, ложись. Если не будешь спать, это хорошим ничем не кончится. Голод. Голод есть, да, смотрите, и вроде свет уже, да? Так, ну что ж, я думаю, мы на этом закончим уже сегодня. Такая приятная, хорошая серия, мы даже ни одного зомбаря не встретили. Слава богу. Думаю, на этом все, увидимся в следующих сериях. С вами был Руслан. Подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на Telegram канал, оценивайте, ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Не забывайте про колокольчик и всем удачи, всем пока.